Ребята, всем привет! Как вы знаете, сегодня нам в игру завезли наконец-то режим заражения, который был доступен аж год назад. И в принципе в сегодняшнем видосе я подготовил для вас несколько фишек и багов, которые вам помогут именно в этом режиме выполнить все достижения, которые у нас можно выполнить только в этом режиме, то есть в режиме заражения. Если вдруг кто не в курсе, у нас есть несколько достижений. Находятся они у нас... Вот тут они у нас находятся. Вот видите, есть уничтожитель. Есть, в принципе, у нас еще дополнительно вот такие вот достижения, которые тоже связаны именно с этим режимом заражения. Зловещий выживший, нулевой пациент и, в принципе, ярость расплаты. То есть, есть 4 достижения. И именно в этом видосе я вам покажу несколько фишек, которые вам помогут выполнить эти достижения. Ну а если видос будет для вас полезным, он вам понравится, не забудьте влепить лайкосик. В общем, первая фишка, ребятки, которой вы должны воспользоваться, именно как выживший, просто паркурите вот сюда, вот таким вот образом. И именно с этого места вы можете, во-первых, убивать всех зомби. Зомби вас никаким образом не могут заразить, как вы видите, да, вот, пожалуйста. Но вы можете выполнять достижения, то есть вы можете убивать зомбаков и здесь, и с этой стороны, но до вас никак не добраться, то есть вы в полной безопасности. Плюс к этому они к вам, именно так, как вы запаркурили, они к вам таким образом не смогут запаркурить. Они попытаются обойти этот забор, само собой у них это не получится, потому что вы сможете их убить свободно, да. Или они будут пытаться вас именно вот таким вот образом просто заразить, как меня пытаются вот прямо сейчас, видите, да, вот заразить. И, как вы видите, у них ничего, в принципе, не получается. Окей, очень удобная фишка, удобное место, так что пользуйтесь. И что самое главное, если вы, допустим, играете со своими тиммейтами, то именно в этой локации место предостаточно для всех. То есть, снова же подходите именно к этому месту, и когда вы просто паркурите, можете спуститься немного ниже, вот таким вот образом. И сверху будет один выживший, ниже будет другой выживший, и таким образом вы сможете выжить прямо до конца, потому что тот, кто будет ниже, будет отстреливать именно тех, кто попытается вас заразить снизу, допустим, спрыгнув с этой коробки, а тот, кто будет выше, будет убивать именно тех, кто наверху будут пытаться обойти заборчик, допустим, к примеру, или запаркурить через верх. Поэтому очень удобная локация, можете пользоваться вместе со своей командой. Как вы понимаете, само собой она вам поможет выжить и убить как можно больше зомбаков для того, чтобы выполнить, в принципе, достижения, о которых мы с вами говорили. Ну, а мы давайте перейдем все-таки к следующей фишке, которая тоже связана именно с выжившими. Но если быть точнее, это баг, ребятки. Баг, который остался еще с прошлого раза, когда добавляли тот самый режим. Для того, чтобы им воспользоваться, вам нужно подойти вот сюда и медленно продвигаться именно вот сюда. И тогда вы просто попадете в эту текстуру тыквы. Тыква в тыкве, как бы это ни звучало. И, в принципе, отсюда вы можете, конечно же, убивать, во-первых, зомбаков. Во-вторых, они вас здесь никак не найдут, ребятки, вообще никаким образом. Если вы, допустим, не будете стрелять, вас вообще незаметно, вы сами понимаете. А если они даже захотят вас заразить, ну, это бывает очень редко, что у них может получиться, если у них тоже таким образом забагуется. Но в основном их просто будет отбрасывать. Окей, давайте перейдем к следующей фишке, ребятки. Ну, а если быть точнее, это снова же баг, ребятки. Баг, который работал и ранее, когда был доступен этот режим. В принципе, большинство из того, что вы сейчас видите, было и раньше доступно, ребятки. Но, само собой, есть очень много игроков. И, допустим, в тот момент у меня даже не было YouTube-канала, когда эти баги работали. Ну и, в принципе, прямо сейчас вы увидели этот баг. Как он работает? Все очень просто, ребят. Вам просто нужно стать у той самой стены и ждать именно какого-то превращения. То есть, или вы превратитесь в того самого выжившего, да, у которого уже есть меч, и таким образом вас тпхает сразу же вот сюда за текстуру. Или во время превращения в зомбака вас тоже таким же образом тпхает именно за стену. Находится эта стена вот здесь, как вы видите. И вот таким вот образом это работает. Просто нужно присесть и нажать джойстиком вперед. И когда вы превращаетесь или в зомбака, или выжившего, вас просто телепортируют вот сюда. Ну а отсюда вы уже можете неожиданно атаковать своих врагов. Ну и как вы поняли, мы медленно перешли к второй части видоса, а именно фишки и баги для зараженных. В общем, первая фишка, ребятки, если, допустим, выжившие находятся на базе Б, и они отстреливают единственный подход, который есть именно с лестницы, тогда вам нужно сюда подойти, активировать суперсилу зомбака, и таким вот образом можно допрыгнуть прямо сюда, и после этого просто заразить своего врага. Следующая фишка именно для зараженного, ребятки, это фишка, которая вам поможет попасть на базу С, где в основном всегда собираются все выжившие.
В общем, подходите вот сюда, наверх, берете просто разгон, ребятки, и прыгаете вот сюда. Отсюда вы можете свободно добежать именно до выживших. Ну, в принципе, они сами начинают убегать, и можете их атаковать и заразить. Так что обязательно берите на вооружение, если вы хотите выполнить те самые достижения. Также, ребятки, когда ранее был доступен этот режим, была еще очень одна интересная локация. Находилась она вот здесь. Если вы прыгали вот таким вот образом сюда, за заборчик снова же, вот таким вот образом, тогда вас снова же не могли заразить, в принципе, те самые зомбаки. Но сейчас у нас добавили паркур, и, в принципе, как вы понимаете, теперь зомбаки могут сюда именно запаркурить и вас заразить. То есть я просто пытался для вас заснять, да, в принципе, запрыгнул вот сюда с надеждой на то, что это снова же будет работать и сейчас. Ну и, в принципе, когда зомбак сюда подошел, я даже оружие не доставал, я знал, что меня здесь невозможно заразить. Но, оказывается, можно вот таким вот образом просто запаркурить и заразить чувака, который будет здесь сидеть. Поэтому этой нычкой, ребятки, можете больше не пользоваться. Она, к сожалению, не работает. Ну и специально для тех, кто смотрит видос до конца, ребятки, я вам покажу лайфхак, но если бы точнее фишку, как можно заразить чуваков, которые будут сидеть именно в той самой нычке, которую я показал в начале видоса. Это именно специально для вас, для тех, кто смотрит до конца. Если посмотрели до конца и именно дошли до этого момента, знаете, что вы красавчики. И если не сложно, напишите об этом в комментарии, что вы именно смотрели до конца. Потому что мне интересно, сколько из вас именно смотрит мои видосы до конца. В общем, ребят, если вы оказались в этой нычке вот таким вот образом, тогда с помощью просто коробок, которые у нас находятся рядом с лестницей, вы можете просто запаркурить наверх, а сверху можете заразить именно чувака, который будет сидеть за этим забором и, в принципе, будет думать, что он в полной безопасности. В принципе, прямо сейчас вы увидите, как меня заразит зомбак. Я сидел именно в этой нычке, снова же знал, что ко мне никак не подобраться. Просто издевался над теми самыми оборотнями, стрелял по ним, как видите. Но нашелся боец, именно вот этот, который ушел вправо. И именно по коробкам, которые находятся рядом с лестницей, ребятки, просто поднялся наверх и сверху меня заразил. Прямо сейчас вы увидите, как он это сделал. Так что, ребятки, будьте осторожны, лучше опуститесь ниже, потому что тогда вы будете в безопасности и сверху вас никто не заразит. Ну а на этом, в принципе, видос заканчивается, ребятки. Надеюсь, эти фишки и баги будут для вас полезны, и вы с помощью этих фишек и багов сможете быстренько выполнить все достижения. Сами достижения, что из себя представляют, я думаю, любой из вас может просто прочитать там условия, там ничего сложного. На этом видео заканчивается. Если оно вам понравилось, ставьте лайк. Если оно вам не понравилось, ставьте дизлайк. Подписывайтесь, нажмите на колокольчик. Ну а с вами был Dream, всем топ-1.